Да, ведь человеку 34 года, и зовут его Денис. Так, ладно, все, теперь потише всем, смута продолжается. О, сразу видно графику нашу. Заткнись. Это максимально у тебя так прорисовка? Ну да, есть такое, что. Я себе духу купил, Горыныч 54. Проникнуть в казачий стан в поисках улик. А ничего же там мир закрытый в этом месте как раз? Его тут закрыли для тебя. Блядь, ну что ж такое, а? Как быть в такой ситуации? Ой, блядь. Ну пожалуйста, ну спрей не, ну ебаный в рот. Ну ты один не справляешься с этим заданием, а? Ну все же пиздец прыгают, а ты не можешь. Не знаю, я хочу себе купить процессор Байкал, видеокарту Горыныч, мышку Москвич. Вот, клавиатуру ГАЗ-51. Это какие-то доп. Миссии у меня, кстати, появились. Я не знаю, может быть, это последнее, что надо пройти. Если это последняя миссия, то это очень плохо. Придется заново перепроходить, так как я хочу погружаться в смуту каждый день. Проникнуть в казачий стан в поисках улик. А, вот оно. Видь. Так. Нихуя себе ты проник, ты даже никто не заметил. Иди, ну чё тут, чё тебе, блядь, останавливать, сука. Если б не было вот, вот, вот этой хуйни бы, вот этой вот, вот что это, сука, такое? Ну как это можно сделать? То слов бы не было, ну что это такое? Просто, блядь, ну как это возможно, ну ебаный в рот. Ну я хочу пройти, там же дорога свободная, я же вижу. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первый квест операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Ничего не шевелится, ни вода, ни трава. Ну как где-то можно было сделать? Нахуярить такую графику, и в итоге оно все мертвое. Просто картинка. Что случилось? Вот что случилось? Вот как, вот как вот это было возможно? Хуй он шел, шел, тут смена кадра, ночь наступила. Да что, разные миры, что ли, открываются? Ну, как в старых играх, когда дверь заходишь в дом, идет прогрузка в том же Моровинде. Типа это совсем другой мир, как бы. Тут так же самое. Ну, так а спрятать не могли? Оп. Три пуда? Куда столько спрячешь? А, если в реке? А, сука, а, анимации да, вот да, эти вот одинаковые, это пиздец. Тогда не может купцы. Хотя бы чтобы вот 10 разных бы сделали надо, и рандомно бы их пихали. 5, а то они тупо, ну дождать. Все одинаковые, ну все, и все по персонажи. Чидет, разонравилась студия юная. Помнится, да, ты хвалил нашу отечественную студию. Что случилось, холоп? Чат? Давно не был на потоках деда. Не, нет, а я давно кайфую. Он стал овкшным стримером. Дед совсем жижанулся. Я наоборот кайфую, просто, ну, можно же это делать. Потому что это реально, это конкурент Ведьмака, то есть убийца, по сути, Ведьмака. Просто не хватает, понимаешь, немножко. Вот тут любят они как бы сделать, и как бы вроде нормально, и вроде как бы нет. Эти, блядь, танцуют и днем, и ночью, просто тут все стоять. О, можно танцевать. Так, ты что, ляйба, опа! Ляй, пошел.
Тут если стоять вот так вот, будет наступать... А, тут не наступит никогда день, потому что... Хотя, может, и наступит, я не знаю. Ну, скорее всего, нет. Тут так и будет вот эта картинка, это будет танцевать, то есть это вечность. Просто тут ничего не меняется. Это как будто два параллельных мира с минимальным взаимодействием. Персонаж живет своей жизнью, мир, в котором он живет, живет своей жизнью. Графика базара нет, красиво сделано. Открытый мир с невидимыми стенами, конечно, максимально сильный. Надо было просто сделать один прямой коридор от начала до конца игры. Даже это не выглядело бы так кринжево. Не, ну да, типа сделать прямую, типа прямую. И он идет по этому коридору и выполняет просто поочередно миссии. Типа не было бы мира, а просто вот так чел, метр 2 на 2, вот так вот, так сказать, два ширина, он просто прямо идет, идет, все. И мы точно будем знать, что он прямо точно пойдет. Выяснил я и с купцом. Так, проверил, да, все бумаги, чисто у него. Сколько точнее заказано, столько поставлено. И пересчитано было. Да, и порох ему ни к чему. Сейчас голова будет в обе стороны крутиться. Да как ни к чему? И потом кто-то рукой будет типа пальцем тыкать. Не похоже. Обозный воевода все пересчитал, и грамота о том имеется. А, ладно что. Оп. А если разбойники? Сейчас рукой смотри. В лес утащить могли? Сейчас будет ему диалог говорить, и рукой у него пальцем ты ткнет. Давича заприметил одного. Он меня увидал, через забор сиганул и в лес убег. Вот он точно мог утащить чё. Ага. Три пуда пороха, сукна 10 аршин. Либо вот так вот, либо там окороков было. А если не один он был, а в атагу, а? Точно, в атагу из лесу вышла и увела. А, стрельцы ротозеи, и не увидели. И теперь смотрите, сейчас будет пальцем на... Ну, если только в атагой. Не, не успели, просто там закончился дело. Ты думаешь, сейчас пальцем так у него, типа, эй, ты, бля, окунь. Так, ладно, все это хорошо, конечно, надо въебендить студённое. Да, сука. Ну, будем здоровы. Пить. А-а-а, хороша. А, это хороша, это не та вода. Это не та, тут должна быть другая. Это другой фирмы. Сейчас он должен пройтись вот так вот, метра два. Хоп, и тут сейчас хоп, уже другая вода появилась. Другой фирмы. Смотри. Ну. Оп. Смотри, смотри. Студеная. Вот, пожалуйста. Ебать, смотрите, настал день у чела. А птицы как летели, ёпта, там так и летят. И я того душу нюхал. Куда идти, я не понимаю. Ну куда идти, как мне понять? Задания не отображаются, я не ебать, куда идти. Кунёк. Куда идти человеку, который нихуя не понял? Куда идти, объясни? Я не знаю, где тут кабак, его искать тоже. Ну кабак, ладно, еще хуже, может быть, я его как-то найду. Вот есть задание, трудный сосед. Куняра. Ну, я его нажал отслеживать. Его нету, понимаешь, его не показывают, сука, но он не работает. Они не допилили, то ли забыли, я не знаю. Да, да, слушай, Сереж. Дедушка, спасибо за стримы. Стоп, чё? Чё? Какой стука? Чего? Чего, бля? Дало. Дало, блядь! Это кто? Да ну на! Может кто-то ошибся? Кто-то ошибся, может? Косарка, блядь, хотя, блядь! Мама! Вот. Сотка, смотри. Это когда я отходил. 100 тысяч. Да ну нахуй. Да кто это?
Спасибо за стримы. Нет, это не Малстрой 100%. И не Моргенштерн. Они меня уже не смотрят давно. Нет, это кто? На здоровье, дед, поживник живет. Да ладно, аноним! Ну че ты бросишь? Да, это ты, скажи! Да вот тебе дульку! Это не ты был, нафиг, бля! Привет. Шо ты? Скучал, да. Бабло. Сотку. Влетело, сотку. Да. 100 000. Зайка. Половина тебе. За 50 000 можешь себе набрать в корзину в Ламоде. Сотку, прикинь. Да. Ну, заказывай. Ну, я тебе тоже. Целую. 70? Нет, 70 много. Давай 50 на 50. 70 не дам. Ладно, давай 65. Извини, что отвлек, любимая. Посуду помою. Ну все, стримов теперь неделю не будет. Этот скуф сейчас пойдет себе баню заказывать, а потом нам смотреть 10 часов обзор на баню и как он там с Батумой отца. Контент вам будет. Спасибо тебе, аноним. Ага, еще скажи, что это ты. Да, это он. Ну, сейчас модельку попросит, он скажет, ладно, не надо. На самом деле, он даже это ничего не донатил, даже 50 рублей. Я просто скажу, это я был, дедушка, молодец, спасибо, это был я. Модельку, можно, да. А на самом деле, это не он, ням-ням-ням, это я, дедушка, ням. Мне, кстати, Ваня зовут, и мне 15, ням-ням-ням. О, это просто погода меняется. Блять, я думал, миссия продолжается. Смутная анимация вышла, конечно. Так, а что делать? Я прошел по ходу игру, да, наверное, все? Ну, типа, задания есть, но их не видно. Правильно я понимаю, или что? Или я должен все-таки в кабак тут прийти? Ну, надо найти его сначала. Ну, где-то там, в поле далеко. Слушай, а на карте его так не понять, где он? Пойми, что только студеное нарисовано и все. Почему, блядь, название там поселков там? Ну вот почему их тут нет? Ну я не понимаю. Нахуй тут одни колодцы, а название там деревни, в которые я ходил. Почему их нет? Ну как вообще это? Я не понимаю, почему? Чтобы я не искал просто вот так вот. Или я что должен? Это открытый мир, блядь? А чё эти чуваки красные? А, это типа враги, что ли? Ну, эти враги, они просто берутся из ниоткуда. Нахуй только нужны, я не понимаю. Ну, типа, от них нет смысла. Они как бы, от них пользы ноль. Не прокачиваются, ни уровень от них, никакого лута от них нет. Просто челы бегают и... Точнее, появляются. Если бы от них хоть польза была, там, прокачивать какие-то навыки, там, а они вообще бестолковые здесь. Почему человек идет сквозь пшеницу? Почему он идет, а пшеница растет? Ну, почему это два разных вселенных? Ну, это разные миры. Он просто идет. Но он не идет по пшенице, он вообще просто идет. Это просто анимация, которая никак с ним не задействована. Он даже ее никак не шевелит. Вообще никак. Ну, то есть она вообще никак с ними соприкасается. Что это тут? Что это она делает? Зачем она стоит здесь? Она типа вытирает гнилую доску. Или что? Что это происходит? Захочет лошадка овса, так везет. Почему диалоги такие? Сука, ну, блядь, ну это же легко все сделать. Почему они это не сделали?
кота гладить сидит. Просто как другой мир какой-то. Не чувствуется того, что это одно целое. Музыка в игре. Ну, тут если взять во внимание то, что тут всего две музыки, наверное. Две музыки, да. Тут две музыки всего, или три вот этих. Вот опять нашего чела начали бить волки. Непонятно, откуда они взялись и почему сразу наступила ночь. Но волки-то тоже не проблема, потому что мы, в принципе, уходим от волков. Хуй поймёшь только, куда он идет. Потемнело. Вот оно поскакало. Тут речка, тут уже нет мостика, да? Сука, мне надо вот сюда идти, в эту сторону. Падла, что ты встал-то, дебил? Ля, ебать, он завис. Он завис. А, все, он приехал. Чел завис, ля. О, дура, сука. Ой, падла, блядь. Не знаю, там ночь настала, и завис он нахуй. Студёно не допил, блядь. О, ля, он приседает. А, ну все, на этом все закончено. Вернулся в кабак. Ну, я вернулся, во. Пойду к воеводе. А что происходит? Ну, Юрий, да, я Юрий, что дальше? Окей. Ну, чё? Ты что, ебать, издевайся? В смысле, да, Юрий? Есть такое? Не, ну, блядь, ну вы издеваетесь, сука, я сюда час шел. Ой, сука, да вы чё, нахуй? Я не хочу в это играть, что-то как-то поиграл, хватит, пару миссий сделал, по чуть-чуть. Да это пи***ц, опять туда бежать, иди нахуй. А, я даже, а, вока. Я даже в меню не могу выйти, понял? Надо только через диспетчер это все дело закрывать. Не, я в такую дуру играть не хочу. Ну, я как бы поиграл, и хватит. Ну да, классная игра, но просто что-то не особо настроение сейчас к ней лежит.